отремонтировали вот такой вот самокатик фирмы Jetson. Интересная модель. У нее нет ни кнопки включения, ни выключения. Тут по Bluetooth что-то он общается. Проблема была в чем? Нажимают на ручку газа, а он выключается, останавливается. Оказалось, здесь ручки складные. То есть вот так вот он делает. Сейчас я его разблокирую. Вот так вот ручка вынимается. И должна складываться. Вот. Здесь вот провод, соответственно. И с этой стороны также. Эти провода начали перегибаться, и их стало коротить. Соответственно, нежелательно складывать ручки у складного самоката, потому что это приводит к тому, что ломается провод. Вот. И вот этот провод, тоже дека складная, провод сюда вот заходит, тоже он перегибался и начал портиться, ломаться. Соответственно, что мы имеем? Необходимо самокаты такие лучше всего не складывать, потому что через там пару лет у вас протираются провода на всех изгибах. А здесь еще он уже вот так вот, видите, вращается туда-сюда, тоже перегибается. А, неделю мастер по вечерам после основной работы, там по 2-3 часа сидел с этим самокатом, все тут настраивал, регулировал, потому что очень все плотно, очень все жестко скомпоновано. В общем, за работу мы берем 1000 рублей всего лишь за то, что поменяли 3 провода. А по факту можно было бы взять и в разы больше, потому что очень много времени уходит на то, чтобы найти причину и все это перебрать. И еще мастер дополнительно вот здесь вот сделал железную накладку. Здесь была просто пластиковая чашка. Но сделал вот такую накладку, закрепил ножной тормоз, потому что здесь тормоз электронный на плюс это газ, минус это электронный тормоз на переднее колесо и ножной тормоз сзади. То есть вот такой вот ремонт. Обойдется он в 1000 рублей, но в следующий раз, если будут проблемы с самокатами, это будет достаточно дорого.